Всем привет, с вами снова я, Ягмак. Сегодня мы с вами поиграем в Мороженщика, часть вторая. Да, вышла вторая часть, как вы помните, я снимал первую, но ее, правда, не смогли завершить. Я и не удивлен. Ну, решил заснять для вас такой ролик, потому что уже вторая часть вышла, я подумал, может заснять вторую часть Мороженщика, и все-таки решил это сделать. И будем мы, пожалуй, начинать. Но меню у нас, главное, как видите, не изменилось. Тут появился опрос. Ты завершил первый эпизод? И я, конечно же, не завершил. Ну, как, я просто там прошелся тут, и тут то же самое будет. Вот. Давайте посмотрим. В общем, ребят, как вы сами увидели, ну да, наша чушки, можно покушать или... Так, ну смотрите, тут можно в Майн поиграть или нельзя? Если нельзя, то проблема. Так, ну смотрите, тут нарисовали, ой, Роба, да, его так зовут. Давайте в Майн поиграем или в ГТАшку и... Интересно, гаташка сломалась. Ладно, у нас тут даже елочка стоит. Ты, ну и рогатка, как всегда. Так. Кстати, смотрите, нам тут наконец-таки показали лицо нашего персонажа. И как я понял, я видел трейлер. Тут у нас все-таки блендер стоит. Хотя в трейлере его тут не было. У нас появились еще друзья. Ну, сейчас мы Ладно, хватит этой фигней, страдать, идем. Появилась и ее похитили вот. И это, видимо, наша подруга, потому что да, наша имя Джей. Мимо этого узнали, не верится. Ну так вот. Это также мальчики в каком-то тайном логове. О чем это она? Так, ладно, берем рогатку. Идем разбираться с гадом. Хотя, стоп. Да, я уже тут. Ой, я уже поиграл, тут нам надо, блин, канат сделать. Как-то странно, куда делся наш канат? Нет! Я же там не взял. Дайте я залезу обратно. Дайте залезть. Я рогатку забыл. Дайте мне. Ты не торопишь? Если родители увидят, что тут что-то не так, вызовут полицию. Ну, ничего, переживем. Теперь вылезай. Так, карта там. А, нет. Прячемся. Давайте посмотрим. Я буду... Все. Где карта? Ты вообще тут? Ты где? Снеговики? Мы даже не оделись. Мы, блин, футболки дошел. Ты не можешь уйти далеко. Подруги в лес. Я как-то странно уже начал, блин. Подумала, как забагалась, но нет. Уйдет. Как я понял, карта уже там, и я хотела вам показать заставку, где он будет. Ты? Это какая? Ладно, снеговик, отдай мою рогатку. Чё ты ее тут бросила? Это ценный предмет. Да, блин, мы в курсе. Давай, иди сюда. Ты меня вообще видишь? Ты видишь меня? Я тебя нашел. Пил! Отдай. А теперь идемте. Гоним его точилу. Так. Давайте при... Можно тебе...
Так, ладно, у нее... Это что? Что, блин, я засорил там? Так. Это очень плохой знак. А, блин. Который раз уже. Первые части, блин, также тут застрял на этом моменте. Не будем смотреть ни на нашу подругу. Да, блин. Ну я заколебал. Стоп, что там Снегурь делала это, блин? На крыша, ладно, не важно. Да, заберу. И теперь идемте. Сейчас выставим тебе опять в рот. Хоп! Даже можно после этого момента мимо него пробежать. Мы все смотрим быстрее. Поедем, смотри, тут появилась новая окрестность, кладбище, кинотеатр, цирк. Ну, давайте на кладбище выкопаем могилу и забросим туда его, выставим, конечно же. Это все остановка кладбища. Почему урода карта поменялась? Опа, смотрите тут. Ага. Ну, я не буду ничего говорить, все, смотрите. Ну да, получается, это что ли роб в детстве? Наверное, да, именно поэтому, видимо, он похищает людей. Ну, то есть детей, в общем, я не знаю, похищает ли он взрослых. Джей, меня отсюда, пожалуйста. А я тогда почему тут, да, по-твоему? Знаете. Ладно, ну что вы так... А, вот, вот так вот. Отдай. Так, ну тут у нас кладбище. И головная плита. Кажется, эта кошка смотрит на могилу этой леди. Ах ты, гад! Нет, вы были схвачены, а мы даже этого не знали. Блин, ну ты... Ну, блин, я смотрел на могилу. Вдруг это там моя мама, блин, похоронена. А ты меня ловишь. Да, идем. Нехорошо ты поступил. Нехорошо, знаешь ли. О, чё так темно-то? Ночь, что ли? Так, ну мы, да, как всегда. Правда, тут анимация поменялась. Вот, нас тут показывают в полный рост. Как мы вылезаем. И сейчас нам надо понять... Как тут выбраться? Потому что я сам этого пока что не знаю. Но правда тут это склеено. Вот. Даже давайте. Вот видите, провода склеены. А я не знаю. Тут мусорного вид... Так. Нет, тут просто мусорно... Да что такое, Андрей? Да не знаю, как тут... Дай, чтобы... Чё? Вы издеваетесь? Окей. Допустим, ключ видел. И тут видимо провода надо перерезать, да? Да? Ну. Чё? Какой резать? Бомбу я же обрезал. Ну и чё мне тогда обрезать? Нос ему? Что? Ещё один? Ну он пустой. Ну, чё мне? Ага. Так. Подожди тут. А я сейчас. Да ладно. Нет. Надо его сюда позвать и так же сделать. Интересно, сработает. Эп. Ну, тут у нас... Так, где ключ? Я помню, ты тут был. Ты что там орёшь? Не ори. Да? Да. Сработало. Ладно, берём щит.
Нехорошо! Ну, ё-моё! Я опять всю жизнь потратил. Стоп, это мебели же тут не было. Пацан, ну ты серьезно? Это, блин, второй раз уже. Так, нафига? Так, ты чё? Вот на лес или куда? Так, так, тут еще что-то надо только на тебе. Опа. Так, где? На что? Да, не можем открыть. Так. Что мне делать? Так, сейчас будет. Можно? Где он опять? Вы издеваетесь? Ну, что мне делать? Закрыть. Короче, я все, кажется, тут застрял навечно. Потому что сейчас я, блин, не понимаю, как мне тут-то? Стоп, немедленно, блин, меня выпусти, пока я тебе не дал замороженной голове. Так, может... Ты придёшь? Да, я слышу. Может, что-то открыть можно? Или... Так. Ну. Так. Что-то, блин, тут не так у нас. Так. Да вы издеваетесь надо мной! Блин, нет, откуда об этом знать надо было? Так, где же ты? Я тебя найду и прибью так ты ночью. Хо! Что мороженщик хочет от меня? Я сам не знаю. Из тебя мороженое сделать, что ли? Ладно, сейчас поедем в цирк. Может, там щипчики помогут. Но я просто не понимаю, я сам игру не проходил еще. Так, да блин, пропустить. Да блин, это замок. Так, я хочу вам кое-что сейчас показать. Вот, смотрите. Вот он. Вот тут наши пацаны, они... Ой, тихо. Так. Вот смотрите, да. Это сюда могут войти только те, у кого есть удостоверение личности индейцы. Чё? Это случайно не дома, а то я как бы в окрестности не могу вернуться. Так. Да ладно, мусорку можно. Скажи, что там что-то будет. Да ничего, ничего интересного. Так, может, еще мусорки есть? Так, проход. И куда он ведет? Закрытую дверь, зашибись. Так, ну куда же мне щипчики? Может, сюда? Так, ну тут у нас тоже ничего такого интересного нет. Так, что? Не все закрыты. Так, там еще мусорка, еще мусорка. Так, хотя стоп. Подождите, давайте встанем так, чтобы... Ну ты, Ярик. Ну, не надо, скажи. Ну, давай, попробуй. Ну, давай. Хоп. И пацаны вообще знают, что они на карте мороженщика так. Ну и ладно, там уходи. Я пока тут облутаю мусорку. Надеюсь, ты меня не увидишь и не придешь. Так, а тут что-то есть? Если тут ничего не будет, то это облом. Опять. Последний вариант там мусорка, куда он пошел. Опа. Это нам не поможет.
Так, нет. Ёлки-палки, ёлки-палки. Где у меня? Я как понял, это робот в детстве был. Ну, не стой анимации. Так. Сейчас его тут не будет. Это темно. Да блин, Роб, дай мне это облутать и все. Я просто это облутаю и все. Че ты тут мне? Еще ничего интересного. Давай издевайся. Значит, нам тут нечего делать. Все мусорки пустые. Хотя стоп, может, тут есть мусорки? Так, тут нету. А тут за углом тоже нет. У меня вопрос. Что это за тайный лог? Отстань. Ой, блин, видео. Ай, в общем, блин, я сейчас это вернусь в машину, потому что там пока хотя бы там безопасно. Да ладно, открыто! Так, ребят, придется видео. Наконец-то наш лифт может открыть. Это открыто. Опа. Это дом, это из старушки. Ага. Так, да, это ее фотка. Может, тут можно найти кошку ее. Нам как-то поможет. Но я так пока имею в виду, потому что... Тут их спальня с дедулей. Так, дверь еще одна. Ванная. Так, так, нет, мы сюда прятаться можем. Этого нам не надо. Так, вот. Вон тут тоже. Тогда зачем мы этот дом, если тут ничего нет? Опа. Подкрывать, прятаться. Ну, как всегда. Любимый наш жанр. Прятаться под кровать. Так, ага. Что это у нас? Кошачий корм. Блин, я нашумел. Надеюсь, он не придет. Нет, нет, нет. Ребят, ну... Ну, help me. Нет, вы были схвачены опять. Да, хватит... Так, стоп. Так, это финал? Или я все проиграл? Да, блин, все пропускаем. Так, и как нам сейчас выйти? Так, ладно. Что за... Ты издеваешься, что ли? Мне нужен чем... Мать, ты... Роб, ты задолбал! Ну и что, мне щипчики, что ли, натянуть? Так, может, что-то появилось? На такой, не счастливый. Мы ноте будем заканчивать. Я вас играл, комментировал. Лего Макс. Всем пока.